Всем привет! С вами Акула и Космонавт. И мы находимся на входе в квартал воров для того, чтобы выполнить задание «Побег». Нам надо добраться до оружейной фабрики, и для этого мы должны дойти до шлагбаума. В прошлой серии мы тут немножко пробегали, облутали тайник, и сегодня возвращаемся к основному заданию. Так, люди греются, все хорошо. Ничего плохо не лежит. Я посматриваю, нет ли чего-нибудь хорошего для нас. Так, обнаружено новое место — шлагбаум. Куча транспорта. Привет. Не пустите? Или пустите? Не пустите. Ты Кей Вес. Да, Крис сказала, вы меня пропустите. Крис говорила, что ты придешь. Тебя уже ждут. Проходи. Так, я в туннеле. Хорошо, я отправил туда твой спидер. Надо же, как предусмотрительно с твоей стороны. На кону жизнь двоих членов команды. Я стараюсь снизить риски. А, ну да. А я как раз хотела сказать, что опаньки, а тут уже наш спидер каким-то образом. Въезд на спидере запрещен. Что? Нормально так. Сами мне подогнали спидер, сами... Ой, говорят, что запрещено. Так, не вылетаем за пределы. Можно было и пробежать, на самом деле. О, что тут произошло? Как будто рвануло что-то. Так, мы тут про подрывника что-то слышали, да? Так, ну, значит, вот в этот вот отнорочек нам надо, да? Как удобно. Лампы расставлены. Ну, я на месте. Славно. Энг в сборочном цехе номер 5. Ключ откроет тебе проход, но охрану ты должна будешь миновать сама. А если начнется пальба? Это сторонники королевы. Мне они не нужны. Хорошо, что мы друг друга поняли. Угу. Так, мы можем устраивать пальбу, да, то есть у нас нету задания «не попадитесь». Но я думаю, что может набежать достаточно много народу. Так, есть ли у нас карта этого места? Так, нет карты. Если есть, то она какая-то странная, потому что... А, вот, да. Потому что это просто точка. Все. Больше никаких подробностей нету. Хорошо, так. Надо было просить оплату побольше. Да. Везде крыски разного вида. Так, нам куда-то туда, да? Угу. Так, справа не получилось. Давайте попробуем слева. Там дроид, да? Какая у него... Какой здоровый завод. Когда-то он был гордостью клана Ашига. Здесь мы изготавливали бластеры по оригинальным чертежам. А теперь что делаете? Королева заключила с Империей сделку. Теперь мы производим взрывчатку, которую применяют для борьбы с повстанцами. Ну, теперь понятно, почему вам это не нравится. Королева променяла нашу независимость на деньги и бессмысленное расширение чего-то там.
Так. Да. Я надеялась, что дроида можно будет. Бластерная винтовка. Что дроида можно будет как-нибудь обезвредить, но и похоже, что нет. Да? Ага, ты полезешь. Так. Так, давай ты его отвлечешь. Зачем ты это сделала? Отлично. И мы заодно прокачали возможность красноречия. Кей может сболтать противников, чтобы выиграть драгоценные секунды. Позволяет Кей отсрочить конфронтацию, если она попалась на глаза врагу. Чтобы ненадолго отвлечь заметившего вас противника, нажмите R3 при появлении соответствующей подсказки. Угу, значит, будет подсказка, да? Так, вниз мы не пойдем. Мы пойдем наверх. Попробуем вот так. Ну, такой механизм мы уже знаем. Так, прыгай, прыгай. Родная моя, прыгай. И как долго будет это работать? А, понятно. Так. Идем. Ждем, ждем, ждем. Такс. Угу. Нам туда. Эти нас, по идее, не должны увидеть. Ага, но там камера. Там камера. Ага, и... Вот там вот стоит охранник. Интересно, один ли? Так, сейчас этот пойдет. Если никто не развернется, то мы сможем натравить на него Никса. Я надеюсь, что никто не развернется. И Никс нам поможет. Так, давай. Так, опасно, вот здесь вот кто-то мог быть. Ты прятаться будешь, нет? Не будешь, понятно. Так, гранаты я не использую вообще. Наверное, надо бы. Так. Он у нас смотрит туда, да? Сейчас надо выяснить, до каких пределов доходит камера. Вот если я спрячусь вот здесь, вот камера меня увидит или нет? Не должна бы. Ага, еще камера палит все там вот. Весь вход, все до входа, да? Так, а, ну этот товарищ, кстати, меня не видит. Так, заходим. У меня украли пропуск. Украли? Как это возможно? В моем блоке памяти отмечено его последнее точное местоположение. Кража — единственное объяснение. Найди его, или мы не пустим тебя... Или мы пустим тебя на шрапнель. Слушаюсь. Так. А зачем я здесь могу залезть? А, вон туда, да? Так. Пустим тебя на шрапнель. Понимаете ли? Так, я потратила все лечилки в попытке
Присядь. В попытке пройти с правой стороны. Так, это кредиты. О, как раз бак-то. Отлично. Значит, мы не знаем, да, где Энг. Мы находимся в области поиска. Так, кто-то у нас там следит. Да, а, это камера. Это камера, и еще, по идее, мы туда куда-то можем влезть. Так. Не люблю прыгать. Надеюсь, Джейлен прав насчет Энг. Не хотелось бы влезть во всю эту заварушку зазря. Я посмотрела как раз, что тут паутина, и такая, думаю, не хотелось бы встретиться с пауками, которые здесь могут обитать. И тут такая тень. Кто-то забыл. И тут такая тень. Я думаю, неужели это паук? Вот, но оказалось, что это всего лишь вентилятор сломанный. Так. Не хотелось бы с пауками встречаться. What do you see? Опаньки. Так. Тут два выхода, да? Посмотрим. А, нет, это не выход, да? Тут мы пролезть, конечно же, не можем. Мы очень широкая девушка во всех проекциях. Вот. И мы помним, что мы не можем никак это сделать. Так. Ага. Так, ты один здесь отдыхаешь? Тебя никто тут не палит? Так, ну хорошо. Отстаешь от графика? Нет, не отстаю. Ты вообще представляешь, насколько чувствительны эти кто-то там? Так, надо попасть внутрь. Как и оценка моего графика, не так ли? Так, если я начну спешить, на воздух летит вся фабрика. Зато твоему трупу смогу сказать, что не отстала. Ты медлительная и дерзкая, мы это запомним. Просто не мешай работать, ладно? Так, я надеюсь, ты сюда не пойдешь. Сюда, прям сюда, нет? Нет, ты будешь там стоять. Ой, что-то у меня с камерой долбануло. Так, здесь у нас символ, что можно идти наверх. Это у нас отключается. Где-то отключается, наверное. А, вон там, вон, да? Не вижу. Вон там отключается. Мы Никса, по идее, можем попросить это сделать, да? Так. Давайте посмотрим, что у нас здесь сначала. А, нет, мы не можем Никса, наверное, попросить. Мы это сами должны сделать, да? Типа, Никс, держи. Или как? Или где? Так, я лезу куда-то наверх. А, мы залезем, видимо, сюда, да? И попросим Никса что-то сделать. Да? Could you get that button, Nix? Так, и куда мы полезем? Я бы, наверное, полезла вон туда. Да. Спрыгивай быстрее. Так. Ага, вниз. Я думала, что здесь перекрыто. Так, будем надеяться, что меня сразу же... А, здесь сразу же катсцена. Понятно.
Но мы же видели, что там охранница была. Это ты, Янг? О, наконец-то! Смотрю, ты не торопилась. Ну да. Я Кей Вес, собираю команду. Ты выбрала не лучшее время. Я работаю с Джейленом Враксом. Стоп! По одному делу за раз. Кира рассказала тебе план? Нет. Ясно. В общем, мы с тобой должны взорвать крепость королевы клана Ашига. Что? Но сперва мне надо вынести отсюда эти бомбы. Так, погоди. Если хочешь, чтобы мы выбрались отсюда живыми, соберись уже. Я все делаю быстро, тебе придется так же. Проклятие, забыла кое-что в раздевалке. Сбегаешь туда за меня, ладно? Я пока тут починю тележку. Потом свалим, поняла? Не особо. Ну и отлично, иди уже. Да. Так, а где охранница, которая тут была? Она тут стояла спиной. Так, нам нужна раздевалка. Это где-то там, да? Тележка. Есть ли у тебя что-нибудь полезное для нас? Для меня? Текс. Ага. Хоть бы что-то произошло. Давайте не надо. Дроид, уйди. Угу, так, молодца. Ты меня не видишь. Открой вентиляцию. Все, никого тут нету. Все. Не надо никуда взглядывать. Ой. Так. Что-то мне кажется, что без стрельбы тут не получится обойтись. Там дроид. Так, этого мы дальнего атакуем. Этого вырубаем. Того тоже атакуем. И все, и тут больше никого не было. Дроид, по идее, не должен ничего заметить. Наверное. Может быть. Так. Ой, твою мать! Ой-ой-ой. Так, он увидит. Дроиды не отвлекаются. Или не увидит. Увидит, не увидит. И делаю вид, что тут никого нету. Так. Взлом. Так. О, все, тихо. Тихо, никого нету. Есть ли кто-нибудь в раздевалке? Тихо. Вот не могла она сразу все собрать, да? Ой. Так, ты тут один?
Отлично. Так, это квестовый предмет. Значит, мы сначала должны тут все обшарить. Так, бак-то у нас полно. Сюда мы, наверное, будем выходить, да? А что у нас там? Там у нас что-то. Окей, ладно, тогда берем то, что по квесту. Берем, я сказала. Ты, ну, я нашла твою штуку. Похоже на какой-то талисман. Молодец. Только он мне и нужен. Береги уши! Что это было? Дверь заклинила. И ты ее взорвала? Ну да, мне пора бежать, так что не отставай. Ой. Да, вот это серьезно? Вообще-то его сделал мой муж. С тех пор мне везло всегда. Ну, кроме того момента, когда он погиб. О, мне жаль, Энг. Так. Помогите Энг сбежать. Ой-ой-ой. Я думала, я могу ходить по вот этим штукам. Так, хорошо. И что и как? Я могу эту хреновину включить? А, понятно. Угу. Так, и двигаться мы по ней не можем. Как уже выяснили. В самом начале игры. Так, нам куда-то туда. Вот ограниченность, ой, ёлки-палки, камеры меня напрягает. Так, ты здесь дроид. Оф. Так, как мы сможем здесь выбраться? А, понятно. Так, атакуй его. Атакуй. Да. Значит, только стрельба. Эй, Кей, я верно запомнила? Не поможешь, мне тут не пройти. Ой, господи, боже ты мой. А если бомбой? Направляющей снизу. Ты просто выруби щитов. Так, отлично. Гранаты сработали. Какой щиток ты предлагаешь мне выбить, подруга? Они отстали, Никс. Отлично. Так. Куда? Ну, я думаю, что здесь бы я все равно, наверное, не прошла по стелсу. Эй, Кей, можно тебя? Нет, нельзя, я занята. Так, что у нас там? Где? А, это дроид. Ой, ёлки-палки. Да, блин. А, нет, это не дроид. Показалось. Сколько вас там? Гранаты пошли. Ай-яй-яй, больно. Больно и неинтересно. Ай! А ну, отдай. Отдай винтовку.
Ой-ой-ой. Чё там, Бака? Кто в меня стреляет? А, вон там, вон, да? Кто у нас наемный стрелок? Ты? Так. Окей, мне куда-то туда, да? Она застряла. И что мне предлагают сделать? А, у меня... вот это вот, да, для взрыва. Ага, так, ага, отлично, понятно. Значит, эта штука все-таки может камни разбивать. Нет. Все, получилось, нет? А, может быть, вот, открыть заслонки, да? И там тоже будет какая-нибудь эта штука, да? Угу, точно. Все, сработало? Да, ты справилась. Смотри, не отставай. Да, не так он быстро и ползет. Прости, не слышу тебя. Ладно, теперь надо добраться до Энд. Чего вы стреляете неизвестно куда? Ой, меня тут нету. А ты где? А, вот ты где. Ой. Куда ты стреляешь? Так. Так, мы уцелели. Здесь я смогу... Ой-о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 й! Ну... Слушайте, ну там было очень похоже на лесенку. Я думала, что я подойду к ней и нажму этот самый... R3. Вот, и все будет хорошо. Ага. Вот она тут. Так. Ты что, гранатами кидаешься? О, все. Все, кончено. Фух, так. Вот, да, надо было всего лишь встать. Они хотят сбежать, остановите грузовой лифт. Да, всего лишь надо было встать на лифт. Энг, теперь твоя очередь. В смысле? Они остановили грузовой лифт. Найдешь ручное управление? Не волнуйся, сейчас подорву. Погоди, чего, Энг? Никс в укрытие. Красиво взрывается. А, все равно уцелел, да? А, что меня радует, что патроны не надо искать. Подорвала. Да, я заметила. Поднажми, нам пора. Так, ппп. Да, блин, куда ты стреляешь? Так, тут что-нибудь полезное есть? Так, бак-то... На всякий случай подберем винтовку. Знаешь, ты бы отлично подошла для дельца Канта. Для дельцев Канта. Для чего? А, да, я угадаю. Собираетесь обнести хранилище какого-нибудь богатея? Планируем, да? Тогда ясно, что ты такая настойчивая. Без меня такое дельце и правда не провернуть. Слушай, а эти бомбы не рванут? Так, так, тут отовсюду из бластеров палят. Ой, мама! Ну, пока в меня не зарядят из турбобластера, можешь не переживать. Что же вас так тянет-то в эту?
Он застрял головой в трубах, мне кажется. Так, все, теперь, кажется, можно. Ух ты! А, какая штука! Так, круто и здорово, что мы научились такими пользоваться в прошлой миссии. Так, бластерная винтовка. У тебя есть что-нибудь хорошее? Нет, у тебя нет ничего хорошего. Ну и зачем ты тут стоял такой бесполезный? М? Так, чё, где, кто? А, привет. Мы можем с тобой поговорить? Да. Держи свой талисман. Спасибо тебе. Ты еще зеленая, так что дам ответ помягче. С дела с тобой не пойду. Что? Ты ведь даже не знаешь, что в хранилище. Деньги, верно? Обычно там деньги. 157 миллионов в немеченных слитках Бескара. Сможешь выплатить все свои долги. Там, небось, полно охраны. И замок хромовый стоит. Его практически невозможно взломать. Поэтому нам и нужна ты. И сколько подобных дел ты уже провернула? Ну, это первый раз. Второй первый. Значит, ты рискнула обокрасть неприступное хранилище. Не справилась, и теперь хочешь повторить. Мол, на второй раз повезет. Когда Джейлен все это говорил, звучало лучше. Не сомневаюсь. Но у меня есть другие дела. Ты хочешь остаться и свергнуть королеву? Я ж профессионал. Обещала подложить бомбу, значит, подложу. Дать совет? Не трать время на длинные запалы. Взорвала и забыла, ясно? Я ничего не поняла. Круто. Джейлен, Энг отказалась. Она работает на Киру и Багровый рассвет. Ясно. Значит, у Киры больше интересов на Киджиме, чем мне казалось. Да, так что есть другие варианты? Прости, Кей, но этим должна заняться именно Энг. Просто она не способна взяться за два дела разом. Да, это я заметила. Иди с ней. Когда Энг выполнит работу для Киры, начнет искать следующее дело. И тут как раз мы. Именно. Докажи ей, что мы не проходимцы, и нам можно доверять. Но мы же как раз проходимцы. Я бы нам не доверяла. К слову, Кей, я кое-что отправил на первопроходец. Думаю, эти материалы помогут вам договориться. Ладно, посмотрю. Спасибо, Джейлен. Текс. Она не может здесь пройти. Хорошо, ладно. А, будут ли здесь враги? Мне надо покинуть оружейную фабрику. Так, ну, лут здесь точно есть. Охраны нет. Видимо, все направились в главный зал. Вот и ответ на мой вопрос, да? Так, нам туда, то есть где мы пришли, там мы и уйдем, да? Раз охраны нет, может быть, мы посмотрим, есть ли здесь какие-нибудь ништяки. А, здесь мы, да, здесь мы как раз были. Здесь ништяков нету. Да? Да, и спрыгнуть здесь я тоже не могу. Хорошо, ладно. Слезай. Да не вниз, вверх. Фу, не вверх, вниз. Так, главное, чтобы это не было засадой. А то это будет засада. Так, там я наблюдала какие-то перспективные ящички, когда пыталась здесь войти. Нет? Перспективных... А, вот... ящичек. Ну, не такой уж он перспективный, но тоже ничего.
Значит, как вошли, так и выходим. А на выходе у нас же там, блин, охрана. Она нас выпустит нормально. Я надеюсь, что да. Задание выполнено. Репутация Багрового Рассвета поднялась. Отлично. Значит, тебе удалось освободить Энг. Видимо, она отказала тебе, раз ты еще здесь. Ну да, пока она предпочитает работать на тебя. Тебе виднее, как ее переубедить. Например, можешь помочь ей довести дело до конца. Я пришлю тебе координаты, на всякий случай. О, как. А что это за задание, Рой? Так, Рой. Энг вывезла взрывчатку для Киры, тем самым подготовив плацдарм для пункта в клане Ашига. Кира и Энг ждут Кей в тоннеле, чтобы вместе помочь Криск захватить власть. Угу, понятно. Так. Ну, замечательно, да, замечательно. Почему-то мы здесь сначала очень медленно едем, потом очень быстро. Ну что, выпустите меня? Да, выпустят они меня свободно. Это хорошо. Но я бы, кстати, не сказала, что это шлагбаум. Эй, прием, это Кей? Ты еще кто? Как ты вышла на этот канал? Я Майю. Королева хочет дать тебе задание. Нужно встретиться. Ну ладно. Интересно. Королева хочет дать нам задание. То есть мы такие, значит... оружие клана Ашига. Мы, значит, такие взяли... Это самое... Попортили... Хотя нет, мы не попортили сейчас отношения с королевой. Видимо, она не знает, типа как, да? Мы подняли отношения с... Опять не туда иду. С Рассветом, да? Но это нам не помогло с ними подружиться. Так, что у нас королева хочет о чем поговорить? А, вот, возможность клана Ашига, да. Тут получается, значит, возможность Багрового Рассвета и возможность клана Ашига. Угу. Так, ну, мне кажется, блин, я не знаю даже, сходить попробовать, сколько это займет. Ладно, давайте попробуем. Итак, итак, денег 1000 дадут, да? Давайте посмотрим на Дарта Субтерру, вот, а основным заданием займемся тогда потом. Так, тайник Хакана. Обносим тайник. Почти 300 кредитов. Кейвес. Твой дроид сказал, ты ищешь работу. Ну, не то, чтобы он мой дроид, мы скорее напарники. Это трудно объяснить. Твоя задача — ограбить корабль пайков в туманности. Отыщи их, сядь на хвост, выбери момент и выкради груз. Вроде ничего сложного. Я справлюсь. Я знаю. Поэтому я тебя и нанимаю. Вот только что груз ни в коем случае нельзя повредить. Ты меня поняла? Да, поняла. А что за груз? Не твое дело. Тогда или нет? Мы не можем выяснить больше, да? Да. Хорошо. Если бы ты отказалась, мне пришлось бы тебя убить. Ты шутишь, что ли? Нет, просто угроза. Свободно. А он Дарт, потому что он Дарт, или он Дарт просто так? So cold out here. О, я заставила Ник соревновать. Понятно, когда я глажу другое существо, Ник соревнует? Как это смешно. Так, ой, опять не туда. Ну-ка, а что у нас там нужно было заставить Ник соревновать? Для удваивания расстояния с чутьем Никса. Угу. Понятно.
Давайте тогда попробуем выполнить пассажир. Выслеживание ограбления. Ну, раз оно называется пассажир, значит, я подозреваю, что это окажется какое-нибудь существо. Надо будет выкрасть или еще что-то. Нет, хотя выкрасть, да. Нам сказали, груз очень ценный, хрупкий и все такое прочее, да. Так, доставили какие-то вещи. О, 1000 и рециркулятор для бластера. Отлично. Мы можем что-нибудь... О! Про улучшение бластера. Окей, я добыл несколько деталей, с помощью которых можно улучшить твой бластер. Они в мешке у верстака. Пользуйся, лишним это не будет. ND5. Я могу улучшить, да? Улучшенная теплоемкость. Устанавливаем. Так, хорошо. Плазменный и силовой мы можем улучшить, да? Нет, не можем. А что ж ты тогда светишься? А, ты просто светишься обозначением. Модифицировать мы уже модифицировали. Хорошо, тогда летим в космос на орбиту. Вот эта туманность. Нужно выследить грузовой корабль Пайков. Главное, чтобы это не оказалось, как в прошлый раз, когда оказалось, что это слишком. Корабля не видно. Наверное, он дальше, в туманности. Пойдем за ним. Кто-то говорит через помехи. Это что, сообщение? Да, но не от Пайков. Эту частоту использует багровый рассвет. Видишь цепочку обломков? Похоже, кто-то нашел этот корабль раньше нас. Дарту это не понравится. Мы под мощным огнем. Так, понятно, значит, придется подраться, да? Нет? А, вот они. Они ушли или нет? Понятно, они не ушли. Так, здесь у нас дрейфующий груз. Кто-нибудь Снова багровый рассвет, похоже на сигнал бедствия. Что-то здесь явно не так. Там даже поднять ничего не удалось. Так, цепочка обломков. Стой. Ну. То есть нам ничего не дадут? Да иди ты, знаешь куда. А вот корабль Пайков. Этот сигнал шел от спасательной капсулы. В ней кто-то живой. Хочешь сказать, это и есть наш груз? Тот, кто в капсуле? Так, на радаре корабли. Они зацепили капсулу. Не только мы охотимся за ней. Вперед. Только не стрелять, чтобы не повредить груз. Ты же вроде сказал не стрелять. Точно. Дарт сказал, никаких повреждений. Блин, а как бы было просто... Эй, пираты! Бросьте капсулу! Ты что, думаешь, это сработает? Ну, просто решил попробовать. Брось капсулу. Бросай ружье! Стрелять в них нельзя, но и выпускать из системы тоже нельзя. Держись за ними, жди подходящего момента. Ну да, больше ничего не остается. Что мы еще можем сделать? Рассвета вывести из системы. Сигнал почти можно разобрать, подойди ближе. Станцию Ахра. Повторяю, они везут меня. Они прыгнули вместе с капсулой. Все чисто. Станция Ахра. Это в системе Акива.
Значит, туда и отправимся. Я к Дарту с пустыми руками не вернусь. Так, хорошо. Мне надо... Гипердвигатель не работает из-за помех. А. Так, все, значит... Окей, Акива. Акива. Полетели. Что ты там делаешь, Никс? Стой, не ешь! Кто знает, сколько она там пролежала? Славно. Ух ты, тут так зелено. Ах, да, ты же не бывала в местах, где природа так разнообразна. А ты бывал? Я видел все биомы, которые можно представить. И пару таких, каких нельзя. Которых нельзя. Так, нам на станцию Ахра. Я думала, что это будет... Ой, извини. Я думала, что это будет, ну, как бы... быстрее, то есть прилетели, разбомбили, забрали, улетели. А тут что-то как-то длинно очень. Там слева корабль разрушенный с вопросиком. Место интереса, видимо. Но посмотреть я на него не могу, потому что иначе я собьюсь с пути. Это станция Ахра. Ты на ней бывал? Нет. Но у нее репутация пиратского притона. Следи за кошельком. Так, приземление. Да. С такой четкостью я бы не приземлилась. Я пошла. Понял тебя. Ладно, отправляюсь на поиски. Может, стоит посмотреть грузовой отсек? Только побыстрее, пока тебя пираты не заметили. Мне надо... А, ну хотя бы здесь мне не надо идти стелсом. Спасибо и за это. Эй, ты уже там? Эй, кто ты там, в капсуле? Ты здесь? Кто ты там? К вашему сведению, я Джет Флаксом. А ты кто такая? Я Кей. Багровый рассвет поручил мне тебя спасти. Ну, как вовремя. Мы проводили тайную встречу с пайками. На секунду я оказался в уязвимой позиции, и меня поймали. Теперь пираты хотят потребовать за меня выкуп. Я смотрю, ты пользуешься популярностью. Надеюсь. Их главарь — очаровательная голубая пантеранка по имени Процион Вай. Вроде бы она еще на станции. Попробуй достать ее ключ-карту. Постараюсь. Держись. Да, мы влипли, друзья мои. Что у нас в терминале? А, это брокеры. Окей. Прикольно. Так, это у нас целая пиратская станция, да? Видимо, здесь, не здесь ее надо искать, или здесь надо искать. Ну, я в области поиска. Так, можно ли у кого-нибудь что-нибудь... О, принеси. Я не знаю, что это, но принеси мне это. Отлично, Никс. О, можно получить искатель сокровищ. Позволяет Никсу давать Кей аудиовизуальные подсказки, если рядом находится контейнер. Кроме того, расположенные поблизости контейнеры можно подсветить нажатием кнопочки вверх. Никс опещает Кей о расположенных поблизости контейнерах, так что теперь от нее не ускользнет ни один шанс разжиться добычей.
Прекрасно. Очень полезная способность. Так, прикажите Никсу выполнить различные действия. Что у тебя тут? Квадрани, для все, значит, все для звездолета. Угу. Отлично. Скажем так, товар надежно защищен. Мой помощник проследит за этим. 14 килограмм, как вы и просили. Нет, это не наш пиратка. Надо искать дальше. А, мне надо найти кого-нибудь с синей кожей, да? Блин, да тут такое освещение зашибенское, что фиг знает, кто здесь с синей кожей. Нет, он пока останется здесь. Во вспомогательном отсеке стыковочные зажимы сдохли, так что никто никуда не летит. Надо отправить Андаву перезапустить всю систему. Это инженер. Это не Процион. Где же она? И куда бы я пошла, будь я пиратом? А ты кто? Наверное, в кантину. Эй, поторгуем? Чем? Чем угодно. Торговая лига Миюки готова к любым сделкам. Ты продаешь, мы покупаем. Ну, так. Ну-ка. Может, это тебе на что-то сгодится? Да, да, конечно, по рукам. Так, ну, значит, в кантину, да? Ну, в любом случае, мы куда-то ходим, что-то делаем, это полезно. Кантина. Да брось, Сора, ну это не серьезно. Процион, твои игры нам сейчас не интересны. Так, мы нашли ее. А я думала, Никс сможет что-нибудь украсть. Мы же нашли Процион. Ну, мы нашли. Она даже озвучена как Процион была. Что за нафиг? Или мы должны еще что-нибудь сделать, делая вид, что мы ее не узнали? Те же полеты. Ладно, не сейчас. Контракты. Смотрю, ты не боишься работы. Угу. Контрабанда, проникновение, воровство. До встречи. Так, вот она у нас подсвечивается, да? Так. Давай у тебя что-нибудь украдем. Good boy. Хороший мальчик. О, подслушать. А, то есть мне надо было подслушать сначала. Я думала, вы ухватитесь за любой шанс отомстить Рассвету. За одного шпиона это слишком большая сумма. Разве? Он внедрился к вашим лучшим контрабандистам, выкрал перечень информаторов, а при побеге уничтожил ваш корабль, что мне особенно нравится. Не хотите узнать, как? Агенты Рассвета не выдают своих тайн. Этот выдаст. С такими обычно больше всего проблем. Я обсужу твое предложение с боссом. Поспеши, Рассвет тоже в нем заинтересован. И готов платить. А вот и наша пиратка. Никс, стащи у нее ключ. Нормально так. То есть только так можно, да? Пайки бы наверняка отсыпали денег за список, украденный Джаредом. Энди, ключ к карте у меня. Заводи двигатели. Я их и не глушил. Так. Будет ли у нас какая-нибудь проблема на вылете? Такс. Ключ карта. Джад? О, моя спасительница. Скажи, тебя прислал мой партнер? В смысле, тот парень из багрового рассвета, который всех ненавидит?
На самом деле, он очень за меня переживает. Но он мог бы и не нанимать тебя. Ни одно узилище в галактике не удержит великолепного Джеда Флаксима. По-моему, это вполне удержало. Но дверь-то открыта. Ну что, идем? Минуточку. Мне нужен список информаторов, которые ты украл у Пайков. Серьезно? Ты испортишь такой момент предательством? Меня наняли тебя спасти? Ну вот, ты спасен. Знаешь, за такое внимание к смыслу слов однажды могут и пристрелить. Ну, сейчас-то бластер у меня. Тоже верно. Забирай список. Мы себе еще достанем. А если захочешь поработать на настоящий синдикат, разыщи нас с Дартом на Киджиме. Давай свалим отсюда и свяжемся с Пайками. Когда пираты поймут, что мы сделали, они точно не обрадуются. Так, да, вот нам сейчас сваливать надо, скорее всего. По-быстрому. Hey, ND5. Так, он у нас или он не у нас? Нам его надо будет куда-то везти? Или он сам свалит и вернется на Киджиме? Так, покиньте станцию. Вот мы ее покинули. Ты украла мою добычу! Вообще-то ты ее первой украла. Ты хоть знаешь, кому перешла дорогу? Процент что-то там? Я ужасная пиратка Процион Вай, и я найду тебя даже на краю галактики. Слышишь меня? Тебе конец. А я... Ну, кажется, она разозлилась. Я могу в нее стрелять? Я не могу в нее стрелять, потому что я не могу ее убить. У нее корабль. Ты на нашей территории. Какой у нее быстрый корабль. Да, блин. Быстрей. Это еще не конец. Клянусь вакуумом, я достану тебя даже из могилы. Может, не надо? Энди, мне надо поговорить с Пайками. Сейчас отправлю запрос. А ништяков из нее никаких не вывалилось. Что тебе надо? Просто сообщить, что ваша сделка с пиратами немного сорвалась. Процион все же упустила агента. Вроде того. Ну, хорошие новости. Ваш перечень у меня. Как удачно. Перешли нам данные, а я переведу тебе награду. Приятно иметь с тобой дело. Уф. Да. Теперь... Нет. Сюда. Теперь наша репутация с багровым рассветом вообще ужасная. За нами послан отряд убийц. А как там надо было это самое от отряда убийц избавляться? Какой кошмар? Мы об этом пожалеем. Наверняка, да? Ладно, давайте мы вернемся на Киджиме. А вы с Джейленом друзья? Друзья? Ну, он же твой босс, так? Джейлен установил меня ограничитель, который блокирует мою изначальную программу. А, то есть ты вроде как в долгу перед ним. Этот разговор не имеет смысла, так что я не стану его продолжать.
Супер. Так, мы в пространстве Киджими. Значит, летим в сторону планеты. За нами высланы убийцы от Багрового Рассвета. Надо будет с этим что-то сделать. Но что-то предпринимать мы будем явно не сейчас. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых сериях, где мы обязательно что-нибудь предпримем.